Девочки, сделайте это. Девочка, ждем пока. Сейчас делаем вот такие вот скобочки. Это для блиндажей, для бревен, когда два бревна ложатся между собой, они их как гвозди сбивают. И подковы сейчас сделаем. То есть вот так она выглядит, заготовочка, обычный лист металла. Ну и практически готовый продукт уже. Проводим мастер-класс для детей, для взрослых. То есть любой человек может пробовать, научиться. Лепесточки и скручивались как... Там сильнее ударил молотком, там меньше ударил. Они по-разному загибаются. А потом берется вот каждый лепесточек и уже загибаешь.